Доброго времени суток. Итак, чтобы записать на Корп Тритон хоть что-то, надо, короче, сделать вот так. Нажать кнопку Global. Вот она. И в этой системе, вот, она будет помечена галочкой, когда включите. Вы их уберите вообще все. То есть, вот, смотрите, вот. Потом отсюда с Global переходим к секвенсор и выбираем звук. Бас. Такое вот подойдет, да? Вот он, да? Вот. Global, для чего нажимаем и галочки эти нажимали? Для того, чтобы вам синтезатор разрешил записывать. Все. Мы записываем. Да, вот на примере просто вам покажу. И вот этот преференс, вот видите, нажимаем преференс, чтобы вот этот левел, это метроном, 0 был, чтобы он вас не сбивал. Можете включить, я не могу с ним работать вообще. Ну и вот, включаем вот эти кнопки две. Это запись. Вот, вот видите, отображается. Записываем вот так. Достаточно. А теперь увеличиваем скорость вот этим темпа, да, отображается оно у вас на экране, вот, до 140 делаем, смотря что вы пишете, я вам просто на примере показываю. И чтобы было красиво, вот, нажимаем кнопку Preference, и чтобы не стирать то, что мы сейчас записали, делаем вот так, Overdub, это наложение на вашу музыку. То есть теперь вы можете котовым управлять. Котов, резонанс. Вот теперь включаем запись. Запись включаем и смотрите, что у нас выйдет с этого. Вот, вы поняли, да, о чем я. Также вот можно, если нажать вот эту кнопку миксер, будет налаживаться громкость звука. Вот. То, теперь вы, то, что сейчас вы котов крутили, теперь он будет автоматом работать, а вот эту вот можете крутить уже колесом, громкость. Но мы этого делать не будем. Это я вам просто говорю, что можно хоть что. Ну и далее. И вторая фишка — это найти звук, который у вас его нет, допустим, да? Да, и еще забыл. Чтобы ваш звук хорошо работал. Чтобы ваш звук хорошо работал. Нам надо наложить реверберацию. Берем, нажимаем вот эту кнопку и нажимаем вот эффект. Видите, F3, хоть что, можете F2 сделать. Давайте F3 нажмем вот. И здесь тоже выбираем F3. Ну, хоть какой. И вот. Ищем, можно вот такой. Дилей. Но нам не нужно, нам нужна реверберация, да, вот. А вот теперь послушайте с реверберацией то, что мы записали. Слушайте, включаем. Вот этой кнопкой включается просто прослушивание. Вот. Видите, как сразу Роберт Майл, да, что-то такое. Но можно еще один эффект наложить. Вот, включаем, да, вот.
допустим, вы хотите дилей и плюс реверберацию, а мы сделаем так. Вот, видите, эффект. Вот, выбираем здесь эффект, вот. Вот этот, любой, какой хотите. Вот. Видите, ничего не происходит. А теперь, смотрите, нажимаем здесь, вот эту галочку, она объединяет звуки, вот. Теперь смотрите, как у нас будет записываться вот с этой темой. Слушаем. Так, подождите секундочку сейчас. Одну минуточку. А, извините. Вот, чтобы перемотать назад, надо было вот нажать вот эту, чтобы здесь ноль шла. Вот теперь получится, смотрите. Опять сюда заходим, да, и слушаем вот, что получилось. Вот этот эффект дает такую фишку. Вот, и еще я хотел вам показать, если у вас нету звука какого-то, да, который вы хотите, можно его создать. Создать, просто создать его. На примере я вам покажу. Это вот, берем, выбираем здесь вот звук. Я вам покажу именно на каком я хочу. Вот. То есть. Но. Не очень звучит, да? Берем, нажимаем. Я его поставил на эффект 2. Да? 2. А это значит вот здесь вот. Вот. Видите как? Но это еще не все. Зачем? Нажимаем. Вот запомните название. Hit the pole. Вот видите? И мы ищем его в программе. Для чего? Сейчас увидите. Вот видите? Hit the pole. Вот. Мы будем редактировать этот звук. Мы нажимаем кнопку меню. И нажимаем Edit. И вот здесь видите ансамбл. Нам нужен вот этот вот, вот. И здесь тоже ансамбл. Меняем на другой, вот. А вот здесь вот, вот этот. Дает такой эффект. Вот, смотрите. Вот, когда мы здесь выставили все, мы, видите, октава. Убираем октаву, на одну повышаем, вот. Оп, единичка, видите? Теперь смотрите, какой звук у нас получился. Вот так. Вот. Видите, теперь 80-х годов вы можете играть. Но вы же здесь не сможете играть в программе, поэтому мы выставили, да, все здесь, то, что сделали. Теперь возвращаемся в секвенсор, и у нас этот трек играет именно так вот. Ну, я не знаю, просто это фристайл. Я вам просто показал, как соединять звуки. А вот это вот хитовый звук. На нем можно все 80-х годов играть песни. Ну, я надеюсь, помог. Подписываться на меня не надо. Я просто помогаю, кто ничего не знает.
или что-то кто-то хотел что-то узнать. Так что всем до свидания.